Центральный паровой котел обеспечивает теплом 70% жилых и социальных объектов. В Бурабайском районе также работают 6 малых котельных. Они также способны в полном объеме обеспечить свою территорию теплом. Сейчас у нас уже завершение ремонтных работ идет. По тепловым сетям у нас на балансе находится 6 котельных на мазуте, 1 котельная РОВД на дистопливе. В этом году тепловые сети мы уже в августе месяце заполнили. Очень большой объем работы сделан. Как уже было сказано выше, жители Щучинского курортного города немного разочарованы теплом. Они надеются, что эта проблема будет решена в наступающем отопительном сезоне по поручению акима области. Предприятие «Бурабай-Жилу» готовится к предстоящему отопительному сезону. Сегодня есть запасы мазута и угля на 4 месяца. Альмира Сатыбаева, Халымбек Мухамеджанов, Азамат Бекмагамбетов, Жахангир Мухамбетов, Кокшиахпарат.